Всем привет, меня зовут Дискоданс Ирони, и сегодня я расскажу вам, как найти методом прощупывания новые мини-фигурки из новой коллекции мини-фигурок 71027. Возможно, эта даже коллекция станет довольно редкой за долгое время существования мини-фигурок, ну, учитывая, что сейчас у нас в мире происходит. И окажется, что это какие-нибудь раритетные игрушки, так что обратите внимание на них обязательно. В этой серии, как и всегда, 20 мини-фигурок, давайте приступим к первой. Первая мини-фигурка — это у нас рыцарь. У рыцаря есть меч и у рыцаря есть щит. Искать либо нужно по щиту, либо по мечу. Но мне кажется, все-таки по щиту, потому что ничего похожего у других персонажей нету. С одной стороны он прямой, а с двух других он такой конусообразный, короче, на сужение идет. Плюс у него еще сзади будет штука, за которую цепляется человечек. Вот. По мечу тоже можно поискать, но у нас есть похожие вещи у других персонажей. Как бы он тоже будет прощупываться, учитывая, что он будет как меч, и с двух сторон у него еще торчать вот эти штуки будут, не знаю, как они называются, короче, ну, их и нащупать можно. Больше у нас ничего похожего нету, есть просто палочки, возможно, похожие на меч, ну, как бы прям как меч нету ничего, но я бы искал его все-таки по щиту. Следующий персонаж у нас идет мужик какой-то с гитарой, искать его придется по гитаре, но обратите внимание на вид гитары, она такая вытянутая с одной стороны, а с другой стороны она с дырочкой. А есть у нас еще наподобие что-то у какого-то чувака есть, как будто супергерой какого-то. Я не могу вспомнить, как он называется. Он такой в красный, в шлеме. И у него есть тоже дубина такая. Она чем-то будет напоминать эту гитару. Ну и единственная особенность вот этого чувака в красном. У него еще на шлеме есть такие эти рога, короче. В отличие от нашего мужика с гитарой, у него нет рогов на голове. У него просто красивые зализанные волосы. Вот, поэтому, когда будете искать мужика, смотрите по гитаре. Если вы прощупали гитару, посмотрите на волосы. Если они полукруглой формы, никаких там выступов нету острых, то значит это мужик с гитарой. Следующий наш персонаж — это тинейджер с квадрокоптером. Еще у него есть пульт. По пульту можно найти, но я думаю, не стоит. Легче найти по квадрокоптеру. Квадрокоптер будет неразборный, ну, за исключением, по-моему, типа крылышек или чего-то такого. Но цельная деталь сама будет белая идти отдельно. То есть она будет большая, ее сложно пропустить. Это будет такой, как буковка X, знаете. Вот так, примерно так это будет прощупываться. Если вы нашли что-то подобное с торчащими в разные стороны коряками, значит, это квадрокоптер. Ну, а там больше вариантов особо нету. Следующий персонаж у нас идет и викинг. С ним у нас будут проблемы, потому что есть у нас в этой серии почти такая же олимпийская чемпионка. Почти идентичные персонажи на самом деле. Искать его придется по щиту, за исключением одного момента. Когда вы найдете щит или что-то круглое, да, напоминающее щит, вам нужно прощупать держалку, за которую, точнее не держалку, а ручку, которая вставляется в руку нашего персонажа. Чемпионкой такой штуки там не будет, потому что у нее просто блин, обычный круглый, без всяких держателей. У дядьки викинга у нашего будет держалка для руки. Точнее, будет ручка для руки, вот так вот. Потому что она должна вставляться в руку, и он будет его держать, защищаться там от гаргоны или от кого там, я не знаю, каких-нибудь викингов других. Ну, либо он от чувака в костюме гороха. По пике искать нету смысла, легче найти его по круговому щиту. Следующая у нас идет девушка в костюме ламы. Ну, я думаю, тут все понятно, да, голова ламы будет довольно-таки легко прощупываться. Прощупываться без всяких проблем. По морковке, наверное, нет смысла искать, потому что, скорее всего, она будет разборная, а по голове ламы вы довольно легко ее найдете, потому что голова ламы, она как голова ламы. Она довольно большая и довольно узнаваемая. Следующий персонаж у нас идет девушка из компании SpaceX, наверное, с ракетой. Надо искать либо по ракете, которая разборна будет, либо по рисунку с ракетой, потому что больше у нас вариантов нету рисунков вообще тут, за исключением мужика в зеленом костюме детальки, то там как бы все понятно, да, предельно ясно будет. Тут же у нас только прямоугольная ракета на рисунке будет, и ее довольно-таки легко будет нащупать, потому что она будет большая такая деталь довольно-таки. Еще есть ключ гаечный, можно по гаечному ключу. По последней детали ракеты можно тоже кое-что найти, она будет такой как бы тоже в виде икса, но она, видели, как стартовая площадка для ракеты. Она как бы такая разветвляется на несколько
частей в разные стороны, там буковку X образовывает. Следующий персонаж у нас идет мужик в костюме блока на 6, как-то вот так вот он выглядит. Ну, я думаю, тут все предельно ясно, да, блок на 6 находите, все, это мужик. Ну, тут как бы вариантов нету. Особо на нем заострять внимание, наверное, вообще не стоит. Следующая у нас идет олимпийская чемпионка, как я уже говорил ранее. Она очень схожа с викингом, дядькой, за исключением того, что у нее диск метательный, он будет просто круглой деталь. У дядьки викинга будет такой же диск, но у него будет там держатель для руки, точнее крепеж для руки. У нашей же чувихи этого не будет, поэтому ищем диск без держателя и забираем нашу олимпийскую чемпионку. Следующий у нас идет пират, девушка, легче найти ее по шляпе, потому что она пиратская и она треугольной формы. Вот, в принципе, больше вариантов нету, как-то ее найти. Потому что сабелька, она довольно маленькая будет. Есть вариант, что вы ее с чем-то можете спутать. Следующий наш персонаж будет мужик-каратист или кто-то там тэнквондист. Вариантов не так много, искать только по научакам. Я думаю, они будут неразборные с 99% вероятностью. И они как бы будут, знаете, как палочки, но между ними что-то будет скрепляться. То есть, если вы найдете одну палочку, прощупайте, она так будет, знаете, как маленькая цепочка идти. Прощупаете до другой палочки, значит, этот наш каратист, тэквондист, ну или как его там зовут, кунфист. Больше вариантов на самом деле его найти нету. Больше у него вообще ничего выдающегося нету. Следующая у нас идет девушка, танцующая брейк-танц. У нее есть магнитофон большой, тройной, красивый, бирюзовый какой-то. По крайней мере, у меня тут на мониторе видно так. Ну, в принципе, искать по магнитофону. Больше вариантов нету. По кепке смысла нету искать. Магнитофон довольно легко находится, и вы его вряд ли пропустите. Деталь довольно-таки большая. Следующий у нас идет мужик какой-то супергерой. Мне кажется, как-то он называется, я не могу вспомнить. Если вы знаете, вот скажите мне в комментариях, как он называется. Какой-то мультик, что ли, мне напоминает. Какой-то типа Робокопа или какие-то там. Не помню, короче, как он называется, но он, в общем, имеет такую крутую сабельку, и у него еще есть крутой шлем. Его искать придется по шлему, на котором будут такие, как бы, буковка V, ну, она, видите, как рога торчат у него вверх. Они довольно острые, ну, и, как бы, их довольно будет легко найти. Вот по мечу сложновато будет найти, мне кажется, потому что он может валяться там где-то вообще хрен знает где. Но вот по рогам, торчащим из головы, довольно-таки легко будет найти, потому что шлем он круглый, и вы сразу наткнетесь на такие выступы торчащие. Поэтому, как бы, ну, вариантов там не так уже много. Следующая у нас идет девочка с зайчиком. Искать, скорее всего, надо по зайчику, потому что больше вариантов особо тут нету. Ну, зайчик, он как зайчик, в принципе, маленький, красивый. Ну и как зайчик. Больше я не могу никак объяснить, как зайчик выглядит, но я думаю, вы по картинке должны понять, как выглядит зайчик. Как игрушка. Следующий наш герой — это мальчик со шляпой. Искать по шляпе можно по ламе, вот этой красивой, прикольной. Ну, можно по шляпе. Шляпа большая, торчать будет так, что ее просто невозможно не найти. Следующий наш герой — это девушка в костюме гороха с яблоком. Горох с яблоком. Я не знаю, почему горох с яблоком, с красным еще. Может, это какая-то загадка, знаете, типа Белоснежки или что-то такое. 7-й, 9-й гном или 8-й. Ну, в общем, горох и яблоко. Что можно сказать про горох? Горох, он и в Африке горох. Вариантов тут нету почти никаких больше. Только мужик в зеленом кубике. Но у того дядьки будет у нас квадратный, прямоугольный, точнее, костюм. В этом же варианте у нас будет вытянутое, что-то продолговатое и довольно-таки большое. Так что я думаю, вы вряд ли это пропустите. Ну и последний наш герой — это девушка-аквалангист. С каким-то цветочком она и с черепашкой. Черепашка у нас будет неразборная и цветочек. Вот, наверное, по этим двум вариантам вам надо будет искать. Либо по черепахе. Она выглядит как черепаха. Короче, у нее спереди ласты более длинные, сзади более короткие. Либо по цветочку, если вы не уверены точно. Допустим, вы нашли черепаху, можете еще по цветочку прощупать. Потому что цветочек будет торчать тоже в разные стороны. Они же эти детали не сильно гнутся. Они будут довольно-таки выпирать. Ну и на этом у меня, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это видео поможет найти того персонажа, которого вы хотите в этой серии. Я бы лично себе приобрел. Приобрету, точнее, в будущем, когда это что-то появится у меня. Тинейджера с квадрокоптером и, скорее всего, мальчика с
пията или пената, и блин, не помню, как она называется правильно. Ну и, пожалуй, наверное, все. Больше мне, в принципе, никто не приглянулся из этой серии. Ну, я надеюсь, что вообще у меня эта серия появится в моем городе когда-нибудь. Потому что если не появится, ну, тогда будет печально, печально, да. Потому что покупать, не глядя, это очень, как бы так сказать, рискованно, да. Потому что ты не знаешь, что тебе придет, может, мужик с научаками придет. Но зачем мне нужен мужик с научаками, если мне нужен мальчик с вот этой ламой красивой? Я надеюсь, что вам это видео помогло. Если помогло, обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться, порекомендовать видео своим друзьям и знакомым. Также, если у вас есть какие-либо вопросы по поиску того или иного персонажа, пишите вопросы по ним в комментариях под этим видео ниже. Если я смогу, я вам обязательно помогу. Ну или вообще помогу, чем смогу. Ну а я на этом с вами прощаюсь. С вами был Диско Танцеронни. Всем спасибо и пока.